Мое почтение, командиры. На связи, как обычно, Blackwing, и мы продолжаем наш цикл видео, посвященный прохождению Jagged Alliance 2.1.13 с модом Urban House и на улучшенном искусственном интеллекте от Севена. Как вы знаете, в предыдущей серии патруль, который шлялся на дороге между Атрема и Портом Кип, решил внезапно атаковать сектор С6, то есть город Порт Кип, в котором мы уже достаточно прочно обосновались. Ну, за что этот патруль был благополучно наказан. Часть бойцов была уничтожена, часть бойцов была взята в плен, и полезного мы из них выяснили совсем-таки немножко. Также за кадром. В конце предыдущей серии вы могли наблюдать, что здесь у нас подошло врагам подкрепление в лице 9 человек. Я предполагал, что эти 19 человек атакуют Шаратон. На самом деле атаковали те 9 человек, которые подходили в этот пригород Шаратона. Я не понял логику, конечно, искусственного интеллекта, но эти те человек были благополучно уничтожены, после чего я принял решение сделать следующее. Заказал я у Боппи необходимое мне количество боеприпасов, взяли мы себе медицинские аптечки специально для того, чтобы долечиться, и первый отряд у нас прибыл в Порт Кип вместе со вторым, после чего мы занялись долечиванием, занялись, скажем так, снабжением боеприпасов. И заодно кое-что подновили в плане вооружения и в плане навески. И сегодня, вместе со всеми приготовлениями, мы атакуем последний сектор, который занятый врагом в городе Портик. Это сектор D5. Поскольку здесь у нас еще располагается база группировки ПИН, военизированная группировка, то бишь эти засранцы могут нас перехватывать, как и армейцы. И здесь их располагается... как их база, так и их главарь. Я принял решение атаковать обоими отрядами, а ночью атакуем просто потому, что вместе со всем отдыхом все заняло время до ночи. За кадром мы также взяли себе немножко гранатометов на всякий пожарный случай, потому что, может быть, нам понадобится тяжелое вооружение. У нас есть здесь в округе ополчение, если что, сможем затребовать арт-удар. Ну и также кое-что сделать сами. Если, кстати, у кого-то есть фиксы для портрета Текса, Руддога и Аюны, камуфляжные фиксы, можете мне их скинуть в комментарии. Все фиксы, которые вы мне скидываете, я переправляю на форум. И Севен, я надеюсь, включает их в свои сборки. Включает их в сборку по Urban House. Ну что, тогда двигаемся вперед. Finally. Stand up, firefight, not... Подкрепление не зовем, сами справимся. Подкрепление нам, если и понадобится, то только для арт-удара. Угу. Вот здесь вот и есть вот эта вот база группировки ПИН, если я правильно понимаю. Это у нас склады. Это я не могу понять, что это за здание, ну ладно. Выходим таким образом. Теперь, сейчас сразу разберемся со вторым отрядом. Тихо. Да ну, по-моему, все нормально, все весело. Сразу сбрасываем свои рюкзаки, врубаем себе тихий режим, и Текс уже куда-то попёрся. Когда у меня уже дойдут руки поменять эту мышку. Поскольку такие вот глюки меня доконали. Теперь действуем следующим образом. Сдоба и Росба отлезут на крышу этого здания. За углом тут сидят у нас Текс и МД. Эти ребята, если что, будут сечь тех, кто у нас решит выйти из-за угла. Сдоба, Росбат. Okay. Лезут на крышу. И здесь у нас тоже будут отсекать всех тех любителей, кто решит нас обойти. Хотя, мне кажется, скорее всего, враг будет срезать через здание, ну, мало ли. Затем, оставшаяся четверка в лице Руддога, Аюны. Что? Сапфир и... Гэри движется у нас сюда. Гэри, включи коллиматор. Мы сейчас, если что, вскинемся. Подержим под прицелом окна. Если сейчас никто отсюда не пойдет, будем лезть в здание сами. Что? Все, скидываемся, держим окна на прицеле. Здесь подержим эти проходы на прицеле. Я слушаю. Если сейчас никто не полезет, мы сами войдем вовнутрь. Хорошо. Со вторым отрядом разобрались. Теперь с первым. Тоже, ребята, сбрасываем рюкзаки. Переходим в тихий режим. И теперь.
Я смотрю, здесь у нас шляется противник. Подходим все сюда. Затем большая часть в лице команда Леопарда. Щита. Я! Будет сделано. Давайте, ребята, проходим, не стесняемся. Значит, у нас есть, конечно, еще один проход, но пока его не задействуем. И также с вами направятся звезда, поскольку он мне здесь понадобится. Взорвем здесь, если что, стенку. Либо взорвем ее чем-нибудь другим. И техномаг, поскольку здесь у нас есть проволочное ограждение, нам понадобятся кусачки, чтобы его пройти. И в подстраховку также вам направится во внешний периметр Элли. Затем, здесь, ребята, фея, дуй сюда. Ястреб у нас пока уютненько устроится за вот этой кучей. Хотя нет, ястреб-то как раз-таки здесь и устроится. На месте феечки. Так, сейчас просто развернемся. Я слушаю. Затем у Кобры у нас пистолет-пулемет с глушителем. Если что, она сможет по-тихому кого-нибудь угрохать. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. А Марс идет сюда. Если что, в этот угол, я думаю, мы сможем подсекать. Yes. Фея, иди сюда. Я слушаю. Кобра, иди сюда. Ага. Все, Марс теперь ложится, вскидывается. Ну, так себе, относительно. Чуть-чуть мы что-то видим, но этого, конечно, мало. Но это все же лучше, чем пока идти вслепую. Хорошо, пойдем прорезать себе дверку. Честь имею. Леопард, бери дробовик. Ты у нас пойдешь первым. Слушаю, командир. За тобой твой напарник, команда. Круто! Хорошо. Все, дыру прорезали, отлично. Автомат в ручке. Да? Тем более здесь, по-моему, есть кто-то, судя по фонарику. Честь имею. Слушаю, командир. Окей. Да, здесь есть кто-то. Фонарик двигается. Затем, давайте, ребята. Я! Вперед. Щит пока останется снаружи. Окей. А вот с вами пойдет Элли. Окей. Ага. И последним у нас пойдет звезда. Лады. Я! А щит у нас останется снаружи. Я. Хоть и командир дает у нас бонусы к перехвату. Но пока ладно, пока подождем. Here. Слушаю, командир. На чтоб тебя не могу прицелиться. Итого, остался противник только здесь. Я слышал подозрительный звук. Юго-запад, восток. Так, юго-запад и восток. Вот, скорее всего, ребята внутри. Да ты меня тренируешь, что ли? Сейчас подождем, пока этот засранец либо там... Ну, где один, там и двое. Угу, но он отвернулся, все нормально, поэтому по-тихому давай вперед. Here. Ага. Я сделаю. Сейчас будем потихоньку заниматься тихим проникновением. Сапфир тогда сейчас выбьет у нас стекло своим пистолетом. И полезет вовнутрь. Я слышала шум. Я слушаю. А Юна слышала звук с севера, да, с юг, с северо-востока. Что? Где-то здесь бегают. Я слушаю. Yeah. Так, давайте, ребята, по-тихому сейчас вовнутрь. Четыре очка действия показывается забавно. Здесь. Можно, конечно, вырубить тихий режим и побежать шумом. Но вопрос. Среагирует ли на нас противник? Я слушаю.
Честь имею. Буду надеяться, что нет. Ложись. Сразу. Слушаю, командир. Хорошо. Команда тоже идет сюда. Элли, давай вот сюда. Ага. Я! Щит тоже подходим. Я! Время мусор выносить. Ну, как вариант, можно попробовать его грохнуть с бесшумного пистолета-пулемета Кобры. Только надо аккуратненько, чтобы в свет не попасться. Слушаю, командир! Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Так, отлично, Леопард, тогда винтовку обратно. Слушаю, командир! Here. Потихоньку, не торопясь. Мне еще не хватало только каких-либо проблем. Ага. Звезду я бы, конечно, сюда подвинул. Но я боюсь, этот засранец развернется и засечет нас. Чего мне, ну, совсем не надо. Поэтому пока ждем. Я слушаю. Так, здесь, ребята. Yes. Внутри, я смотрю, никого нету, и это хорошо. Почему? Рудок, ты следующий? Что? А Юна за тобой. Если что, Сапфю перехватит. И здесь еще враг. Я здесь его вижу. Нам не стоит забывать о тех, что еще остались поблизости. Затем, сейчас, подождите. Слушай, ага. И надо вот этого Казадоя бы как-нибудь по-тихому убрать. Самое главное не попасться в луч света. Либо дождаться, чтобы он отвернулся. Достаточно. Here. Так, здесь. Или тогда страхуй вот эту часть крыши. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Леопард, страхуй эту. Слушаю, командир. Команда подстрахует выходы. Время мусор выносить. Ага, все, отлично, он отвернулся. Ну что, пробуем его пристрелить в голову или в торс? Давай в торс. Скотина. Всего лишь одной пулей ликвидация не получилась. Твою мать, а. I am ready. Хотя, может, попробовать ястреб грохнуть его. Ага. Ага, понятно. Yes. Так, ясно. Ситуация распорядилась по-иному. Ну ладно. Damn it. Ага. Ладно, не страшно. На самом-то деле. Ты здесь у нас был, да? Ты смотри-ка, живой. Будет сделано. Давай-ка отойдем на шаг. Слушаю, командир. Команда, паси проход. Да чтоб тебе... Я же сказал, паси проход. Честь имею. Здесь, ребята, я не думаю, что они сейчас вылезут. Я тут. Вырубаем сейчас для всех тихий режим, поскольку тихого у нас уже не получается. Ну да, с ликвидацией, конечно, обидно. Окей. Что? То, что маскировка у Аюны была нарушена, это, конечно, я обидно. Слушаю. Здесь, ребята, все нормально. Можно снаружи, конечно, попробовать за этими машинами укрыться и взорвать вот эти бочки. Но у меня
гранатометчик остался внутри. Так бы можно было попробовать взорвать. Ага. Слышишь? Угу, зашевелились. Я чтоб слышал. Что такое? Плохие парни. Оба-на. Угу. Он выбежал. И здесь еще внутри здания кто-то есть. Хорошо. Теперь. Слушаю, командир. Поступаем следующим образом. От этого засранца почти убиваем. Теперь убили. Ложись. Ага. Звезда лезет на крышу, сделаем здесь дыру. Я слушаю. Так, кобра, давай иду сюда. Дерьмо. К своему неудачному крестнику. Отлично, готов. Я! Так, я здесь в здании знал, что он тут. Ага. Yes. Попробуем сейчас тогда здесь. Переложить сюда ястреб, чтобы она могла здесь сечь. Here. Где у нас Элли? Элли у нас здесь, все порядок. Yeah. Щит, хорошо, давай на шаг вперед. Скидывайся, я надеюсь, тебе хватит. Да, должно хватить ОД, чтобы заодно Here. Перехватить. Элли тогда тебе, если okay. что, сейчас в помощь отправится. Здесь я не думаю, что кто-то вылезет, поскольку тут у нас, я смотрю, проволока есть. Точнее, сетчатое ограждение. И на этом спасибо. Ну что, кто из вас первый открывает? Давай, Руддог, ты. Так, тут никого. Хорошо ли это? Наверное, да. Скидываемся, ребята. Я слушаю. Что? Хорошо. Yes. А Гэри я отсюда убираю. Сейчас, если что, забежим, закроем дверь. Давай сюда. Пока забежим. Вот здесь, я смотрю, никто не лезет. Хотя это просто они не знают, что тут у нас есть отряд. Но они сюда и не полезут. Так, а вот радиста надо сейчас найти и грохнуть. Поскольку это чудовище мне сейчас будет мешать вызвать артобстрел. Ох ты. Какая шальная пуля-то, а? Вопросы, по кому били-то? Кого видят? Элли, поди. И откуда самое главное? Слушаю, командир. Где-то здесь, с прохода, да? Понятно. Да? Ну-ка, если сменить прицел. Значит, убили где-то оттуда. Here. Что ж, ладно. Ага. Звезда, тогда дуй сюда. Я слушаю. Кобра, прячься. I am ready. Ястреб не повезло, но, по счастью, без штрафов. Ладно, и на том спасибо. Yes. Они, скорее всего, стреляли на звук феи. Ага. Скорее всего, именно так оно и было. Yeah. Щит, давай назад. Здесь я надеюсь, что мы yes. перехватим. Ну, я очень на это надеюсь. Так, здесь, ребята. Yeah. Гэри, закрывай дверь. Ну что, посмотреть это... Что? Это помещение. Открывай. Че, никого, что ли? Мерд. Ага, никого. Быть такого не может, чтобы здесь никого не было. С бедра 23. Сюда подбежать к нему 34. 34 и 23. Маленько не хватает. 32 и 23. 55.
Так должно хватить. Ой, действительно, ой. Но их тут двое, поэтому... Ты реально, что ли? Ты серьезно? Ты прикалываешься? Нет, почему? Опять одно странное очко действия, и нам не хватает его. Серьезно? Одуренно. Ну, пробуем тогда. Так, этого уложили. Что? Этому вскользь попало. Да. Я слушаю. Ну что, могу Хорошо. Сделать? Придется сапфир задействовать. Огонь. Твою же мать, а! Что? Да вы угораете. Прячься. Вы прикалываетесь, ребята. Вы очень хорошо прикалываетесь. Я даже рад всей этой фигне, которая тут происходит. Так, Сдоба, давай сюда. Я смотрю, здесь у нас никто не пойдет. Поэтому надо бы пытаться двигаться вперед самим. Ну ладно. Но этот сейчас кому-то настреляет. Наверное. Надеюсь, что будет промахиваться. Ну, попал. О, здорово. В ноги. Не упал. Что такое? Не упал, но остановился. Так, открыл дверь. Сейчас, подождите, разберемся. Сначала с этими разберемся. Так, этот готов. Ну иди сюда, допей вот этого засранца. Лежит прям как мой кот, когда нажрется и требует, чтобы ему почесали пузо. Развалился. Рудок, бинтуй нашу командиршу, поскольку я так и не докачал ей медицину. Так, Алди. Давай попробуем выйти. Нет, здесь никого. МД тоже давай сюда. Я бы с удовольствием, конечно, попробовал взорвать эти почки, но я не могу их взорвать. Сколько у Дэнни достает? Да и далековато до них. Так, здесь тогда цирковое превращение. Дьявол! А, он просто в ногу попал ему. На самом деле он не сдох. Пока. Теперь он помер. Ага. Так, где взрывать будем? Я полагаю, здесь вот заложим наш заряд. У нас есть инженерный заряд, есть у нас детонатор, есть у нас гранатомет. Если что, можно будет попробовать гранатами всех запулять. Так что здесь мы разберемся. I am ready. Бедняжка Ястреб сейчас у нас перевяжется. Просто потому, что ей сильно не повезло. Опять одного очка здесь не хватает. Да чтоб тебе. Здесь у нас никто не высовывается. Ага. Марс также, я думаю, контролирует этот подход. Так, тут у нас здесь гостей тебе вроде не предвидится. Что, давай маленечко отойдем. Слушаю, командир. Штурмовики готовы. Здесь у нас Кобра. Давай сюда. Я хоть и есть глушитель, но здесь я смотрю... А, нет, здесь есть все-таки дыра. Мы как раз-таки смотрим прямо на нее. Эй, я что-то слышал. Снизу. Ну да, это там. Там пиновцы тусуются. Наш заряд надо закладывать именно сюда. Одна. Сапфир перевязана, замечательно. Почему? Теперь чем? Двигаемся дальше. Твороновые штаны. Что? Творон вещь хорошая. Для тех, кто у нас много бегает. Yeah.
Так, Гэри, давай сюда. Я слушаю. Сапфир, тебе сейчас помощь. С этой стороны. Ауди, одна. Роджер, Вилько. Так, человек с пистолетом, иду сюда. Да. МД, иду сюда. Даже заляж. Yes. Сдоба, слезай отсюда нафиг. Вот Дэнни достаточно, но не страшно. А вот Росбат все-таки сейчас перейдет сюда и попробует взорвать эти бочки одной очередью. Теперь здесь у нас. Ага. Звезда, доставай свой инженерный заряд. Вот сюда вот, если что, мы его сейчас и заложим. Ложись. Да. Так, товарищи штурмовики отойдут сюда. И приготовим гранаты. Если Кингпина не получится взять живым, а мне советовали попробовать взять этого засранца живым, то ничего страшного. Окей. Слушаю, командир. Так, давай тогда команду тоже отсюда уберем. Я. Щита запустим на крышу. Здесь у нас никто не лезет, и это замечательно. Марш также сидит, контролирует все это. Тифея. Yes. Феечка здесь у нас. All right. Ну все, никто у нас не высовывается. Один противник был уничтожен. Здесь тоже где-то заныкался, скорее всего, в здании. И сидит, ждет, когда мы сюда выйдем. Эй, почини. Ну, рация у врага работает. Но если что, артобстрел мы сюда не вызовем. А еще я смотрю, здесь у нас ракеты. Слышь? И еще взрывчатые баллоны. Так, стоять. Я не говорил, что мне нужен пошаговое. Вернее, что мне нужно реальное время. Подождите. Слушаю, командир. Так, все, берем наши гранаты. Давай-ка все-таки F1 возьмем. Ага. Звезда. Закладываем сюда. Давай-ка я возьму себе два хода. Я думаю, этого нам хватит. Пошли отсюда. Заодно берем автомат. Здесь сидим, ждем. Что касается этого прохода. Алди, одна. Алди, давай, дуй сюда. Или же не будем пробовать Росбатом, попробуем МД подстрелить. Ага, попробуем, конечно, как же. Не понял. Либо эти бочки чисто декоратив, либо пули действительно летят сквозь них, а что-то не могу понять. Yes. По сути, мы же должны были по ним попасть. Но на деле что-то ни хрена не происходит. Ладно, Росбат, тогда держи. Здесь все на прицеле. Руддог. Давай-ка сюда. И ложись. Что? Аюна, давай сюда. Тоже ложись. Yeah. Гэри, сейчас запускаем вот сюда. Я слушаю. Сапфир сюда, скромненько, в уголочек. Так, я надеюсь, взрывом наших штурмовиков не зацепят. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Ага. Ого! Ого! Сквозной еще и потерял в ловкости. Отсюда бил. Сквозной. Ну ладно, не будем тогда рисковать. Много хоть потерял? Да, одну единицу, не страшно. Значит, где-то отсюда. Так. Ага. Звезда, бери тогда свой гранатомет. Сейчас, если что...
пульнем его вот сюда. Так, ребята, штурмовики, я все-таки давай-ка отведу вас на шажочек назад. Да? Я! Щит, дуй сюда, я не думаю, что сейчас этих помещений кто-то вылезет. Отсюда тоже никто у нас не показывается. I am ready. Это, в общем-то, хорошо, что я здесь никто не показывается. Тогда, Кобра, дуй сюда. Yes. Фея тебя, если что, подстрахует. Противника слышно не было. Хм, ну странно, конечно, что с... что нам не дали подорвать эти бочки. Хотя я на это надеялся. Может, попробовать еще раз? Да нет, на самом-то деле это просто косой МД. Так, теперь. Давай-ка чуть-чуть назад. Здесь сидим караулем. Тут ребята пока сидят на месте. Я слушаю. Прохода, конечно, здесь никто не пройдет, но в принципе пофигу. Эй, я что-то слышал. Опа, а вот это враг. I don't know what I just heard, but I don't like it. Внизу там копошатся. Что такое? Ну ладно, серьезно что ли? Все-таки зацепило самым краем, да? Ну давай подойдем. Ну где один, там и двое. Кингпин! Ты связался не с тем человеком. Понятно. Мы, значит, взорвали... проход над кабинетом самого Кингпина. Ну, забрасываем тогда его гранатами, пофигу. Я не знаю, может, там еще какая-нибудь сволочь есть. Честь имею. Кингпин критичен. Коллиматор. Давай попробуем тебя пристрелить. Все, отлично. Зашибись. Так, значит, мы взорвали проход над кабинетом самого Кингпина. Только, увы, противника там не оказалось. И это совершенно-таки грустно. На самом-то деле. Ладно. Не так уж и страшно. Здесь нам бы очень пригодились лампочки, которых ни у кого нету. Хотя нет, почему есть? У МД. Так, откуда тот бил? Где-то отсюда, да? Где-то он бил отсюда. Да мышь, ты перестанешь мне так пакостить или что? Алди, одна. Только напомните мне, с чем эта сволочь там была? Да. С какой-то винтовкой, я точно слышал. Хорошо. Так, я надеюсь, он нас не подстрелит. Алди, одна. Поскольку этот гаденыш стрелял явно на слух. Yes. Ну, здесь, я смотрю, уже больше никто сюда не полезет. Берем винтовки. Так, Рудбок, давай сюда тоже. К этому окошку. Так, Аю, надеюсь, не перехватит? Угу, вон он сидит. Маленько в сторону. Гэри, открывай дверь. Я слушаю. А Сапфир по-прежнему пасет проход. Здесь. Значит, тут Кингпина мы завалили. Я слушаю. Осталось только понять, где остальные. Yes. Фея, дуй сюда. У тебя подствольник есть. Сейчас, если что, зарядишь вот прям по этим бочкам. Если кто там особо наглый будет. Ага. Это наши штурмовики. По ним бьют. О, крысёныш, а? На слух бросил.
А вот, внимание, вопрос, откуда ты бил, тварь? Опа! Вот этот черт мне здесь совершенно не нужен. Пробил. На что вы так обиделись-то, ребята? Значит, что мне понадобится помощь. Откуда-то отсюда прилетела граната, вопрос откуда. Так, кобра, бей. Черт! Я бы даже сказал, это очень сильно, черт. Да? Ага. Откуда прилетела граната? Где-то отсюда, да? На упреждение. Прилетела, да. Прилетела, скотинин. Он там где-то. Да? Ну, ему должно было хватить. Так, щит, давай, помощь. Будет сделано. Ложись на всякий, а то сейчас начнут шмалять. По самое не хочу. Здесь, я смотрю, никто у нас не вылазит. Мы ястреб отсюда мы убираем. Но Марс оставляем. Так, Элли по-прежнему сидит на месте. Тут у нас. Да. Добрасываем. Дьявол! Ага, все, я понял, я тебя вижу. Уходим отсюда. Я? Росбат, вот эту сволочь в подавление, хотя бы пускай заляжет. Yes. Нет, ему пофигу, да? Ему абсолютно что? Пофигу. Hey, what you need? Damn it. Кого-то попали. Что? Явно не того, в кого я рассчитывал, но пофигу. Нет. Самое главное, что попали. Так, сороковник, хватит. Пять мимо. Алди, одна. Но если он сейчас попадет, это будет, конечно, печально. Отлично, он залег. Только шок это мало. Прячемся. Иначе он сейчас нам тут устроит. Думать, не та кнопка. Иначе он сейчас на нас тут обидится. Капитально. Сапфир, давай сюда. Здесь со всеми разобрались, да? Их там двое. Так, это убрался отсюда. Склад бьет. Склад рядышком с этими почками. Вот сволочь, а. На прострел бьет. Ух, как здорово. Слушаю, командир. Так, теперь. Блин. Здравствуй. Я знал, что ты здесь будешь. Поэтому с тобой я сейчас прощаюсь. Круто! Отлично, отойдем. Uh-huh. Звезда, где-то здесь били, да? Давай. Ай-яй-яй. Бочки не взорвались. Я! Надеялся, что взорвутся, надеялся. Да? Я слушаю. Так, кобра по-прежнему держит здесь все на прицеле. Yes. Попробовать взорвать. Ладно, не получилось. I am ready. А надеялся, что получится. Я тут. Отсюда никто не лезет, я смотрю. Желающих особо получить по башке нету. Так, переходим к нашему отряду, второму. Yes. Тут у нас слинял, я смотрю. Ну что такое, а? Что? Ребята. Я слушаю. Шугните, пожалуйста, вот этого засранца. Понятно. Ты у нас везучий.
Очень сильно везучий. Гэри у нас подавлен. Yes. Так, что делать с этим оболтусом, который здесь у нас пострелил? Алди, а что с ним делать? А мы ничего с ним не сделаем. Я, правда, не помню, куда он там делся. Алди, можно попробовать Текс подвинуть. Здесь я только не уверен, если здесь кто-то. Попробуем сделать так. Алди все-таки подвинется у нас маленечко. Ага. Так, вариант попробовать еще раз гранат сюда запульнуть. Давай попробуем. Может, взорвется? Нет, мы зацепили, но это, этого достаточно, чтобы они там маленько позбавили свою спесь. Если что, сейчас попробуем взорвать. Да, с Кингпингом, конечно, обидно получилось. Я, конечно, хотел его гранатами забросать и газовыми, чтобы отобрать у него все, что там есть. Но, видно, не судьба. Эй, я что-то слышал. Ну, по крайней мере, мы сделали себе дыру. Я слышал шум. Точнее, не дыру, а еще один проход. Ага. Теперь. Yes. Фея, давай-ка попробуем все же взорвать эти бочки. По-моему, кто-то сдох. Ну, дверь одна отлетела с петель точно. Честь имею. Работаем. Ага, вижу. Четырехкратник мне, пожалуйста. Красавец. А это от меня персонально. Я! Уложил. Опа. Здорово. Конечно, зря я так, поскольку если там сейчас еще кто-то выйдет, это будет совершенно печально. Ладно, Элли, давай в подстраховку. Звезда, бери обратно свой ствол. Слушаю, командир. Поскольку в гранатах, я смотрю, надобность у нас отпала. Точнее, в гранатах. Я тут. В гранатометах. Ага. Тут, я думаю, подойдем поближе. Я тут. Поскольку желающие получить по башке уже получили. Что? Вы его грохнете сегодня или нет, а? Почему он до сих пор жив? Yeah. Я слушаю. Так, ясно. Просто так мы его убивать отказываемся. Здесь да. Этот чудик убежал. Цель. Опа. Yes. Имеет ли смысл палиться? Не имеет. Черт. Печаль. Зацеплены. Да. Этого достаточно. Сначала показалось было, что тут есть противник. Алди, одна. Ну, Алди, я сюда пихать не рискну. Слишком высокая вероятность того, что этот засранец подойдет сюда и просто его пристрелит. Чего мне совершенно не надо. Так, снайпер, давай-ка иди сюда. Все равно у тебя сейчас пользы никакой. Так, дыры тут нету, это совершенно плохо-то на самом-то деле. Да чтоб тебе не та кнопка. Он понял, что мы здесь. Дьявол! Ну, это сейчас бил по Тексу. Вопрос, где радист? Ага, слышишь? Я не понял. Там еще у кого-то хватает наглости, что ли? Я слушаю. Так, ну это явно бьют с камней. Это прям гарантированно. Так, значит здесь у нас. Значит здесь у нас гаденыш.
Yes. Да? Может быть, в дыму здесь, да? Ага. Ну ладно, пока сейчас гранатами гранаты тратить не будем. Я. Так, отсюда отойдем. Не будем им здесь мешать скапливаться. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Ну, он где-то со склада бил. Чуть назад. Слушаю, командир! Команда, давай сюда. I am ready. Ага. Я тут. Техномаг, давай-ка дуй сюда. Сейчас попробуем снаружи к ним пройти. Здесь. Да. Так, вот ты вот у нас, по-моему, радист. Нет, ты у нас офицер. Ты смотри-ка, а. А ведь счастье было так близко. Понятно. Просто так нам сделать ничего не дают, да? Эй, почему? А этот убежал, да? Yes. Здесь у нас есть окно, можно попробовать посмотреть. Нет, никого. Я слушаю. Есть. А этот черт ушастый убежал оттуда. Алди, одна. Бесполезное, бесполезное. Ну, допустим. Они в основном, я смотрю, в этом здании копошатся. Поскольку я смотрю, здесь у нас... Ничего себе, легким таким прогулочным шагом. Да, судя по тому, что... Судя по звукам и судя по всему происходящему... Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Ребята в основном в здании. Слушаю, командир! Хорошо. Куда я спускаться, ну совершенно пока не хочу. Я. Так, здесь никого, отлично. Here. Ага. Нет, все-таки ястреб надо сюда подводить. На хоть сможет эффективно здесь проход контролировать. Затем. Все, он убежал. Ты упустил Понял. Свой шанс. Эй, почему? Здесь все. Он либо за будкой сныкался, либо сюда отошел. Обидно. Yeah. Обидно. Где-то здесь бьет. Здание-то я знаю. Здесь, получается, 2-3 их осталось. Еще неизвестно, сколько пинотцев. В принципе, можно двери не открывать. У нас есть гранатометы. Можно попробовать вынести дверь с гранатометов. Опа, не зря я тут сижу. Давай по ногам. Готов. Yes. Итого, что у нас здесь осталось? Большая часть противника. Да? Работаем. Я понял, что ты здесь здорово. Ладно. Попытаться стоило. Я! Слушаю, командир! Я так и знал, что здесь в будке кто-то будет. Ладно, с воротами тогда разберемся просто. Мы просто взорвем их с гранатомета. Yeah. Нет, нет входа, сделай его сам. Эй, почему?
Ну где? Где вы, черти? Я слушаю. Да. Здесь не видать. Понял. Да, ночной бой он такой, только и ждет от противника. Только и ждешь от противника какой-нибудь ошибки. Роджер Вилько. Я. Росбада, попробуем сюда. Здесь ребята вроде со всеми разобрались. Так. Я слушаю. Действуем следующим образом. Кобра, дуй сюда. Фея пока сидит и помогает тебе. I am ready. Ястреб что-то совсем медленное стало. А, устает, понятно. Я тут. Понятно, здесь сидим на месте. Либо как вариант, сейчас дым развеется, может мы их увидим. Кто там сидит в дыму и пытается нас зацепить. Так, а это откуда? Это где-то здесь, скорее всего, да? Да. Работаем. Угу. Дым развеялся, мы его не видим. Вот этого я сейчас, пожалуй, грохну команда. Ага, команда, которая его не видит, да? Хотя стоп. Теперь мы его увидели. Прощаемся. А что? Любишь кататься? Люби за проезд платить. Они сейчас, конечно, начнут шмалять нас слух, но пофигу. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Так, из четырехкратник. Большой разброс. Давай. Ладно, тебе хватит. Я. Так, щит. Кто-нибудь подошел? Нет? Нет, больше никто не подошел. Я слушаю. Далековато, но попробуем. Ладно, не страшно. Yes. Не страшно. Сдоба его не зацепит. Хотя маленький шанс есть. Here. Не зацепит сдоба, значит, ликвидирует Элли. Наверное. Скорее всего, не добьет. Нет, не хватает мне вот этой категорически. Ладно. Живи пока, засранец. Ага. Но я смотрю, этот здесь больше не показывается. Хорошо. Я слушаю. Здесь у нас все по-прежнему в дыму. И это вроде как даже отчасти хорошо. Я? Ставь пулемет на сошке. Ну что, МД, поработаешь еще маленькой приманкой? Как наименее опытный. Хотя, не ты один. Текс все-таки пойдет вместе с тобой. Долго, занудно, но все-таки относительно безопасно. Я слышал шум. Что такое? Ауди, одна. Как минимум трое еще здесь у нас. Один здесь, точно я помню. Был. Да? Куда делся засранец? Убежал. Слушаю, командир. Так, тогда наши штурмовики сейчас маленечко смягчат последствия взрывной волны. Я слушаю. Но он сюда где-то в серединку сместился. Yes. Здесь right. Я не думаю, что кто-то у складов остался. Тому можно сносить. I am ready. Затем. Алди, одна. Алди, одна. Опа, здорово. Да. Пробуем. Попали в башку, но не убили. Отходим. Алди, одна. Алди, попробуй добей. Попали, не добили.
Еще раз. Все, пошли отсюда. Ага, ЛД прыгнуться уже не хватает, это совершенно грустно. Что? Этот убежал. Эй, почему? Alrighty then. Yes. Сдобай его, а может пострелить попробовать. Отлично. Один готов. Один остался здесь, еще один здесь где-то стрелок. Возникает вопрос, где остальные? Опа! Вот это печально, это грустно, это обидно. Yes. Так, внимание, вопрос. Ты где-то здесь был, да? Жмемся. Надеюсь, тебя здесь не окажется. Yes. А кто тогда бросал? Скорее он в дыму. Хорошо. Прячемся. Yes. Так, Сдоба, давай-ка сюда. Я. А вот Росбада я сейчас спрячу под машиной. Да чтоб тебя. Возможно, сейчас получится подстрелить этого горе-снайпера. Yes. Куфея есть у нас лазерник. Не видим, далеко не видим. Да? Леопард, тоже бинтуйся. Я слушаю. Здесь у нас никого нету. Спускаться на свет я не собираюсь. I am ready. Я! Так, желающих получить лещей больше нету, да? Ну что ж, это даже и хорошо, что их тут нету. Слушаю, командир! Here. Спускаемся. Слушаю, командир! Второй штурмовик тоже сейчас спускается. Поскольку сейчас здесь у нас нету смысла тут тусоваться. Что? Ничего, нету его? Нету еще. На краю сидит. Опа, а сапфир-то видит. А сапфир-то видит, если он отсюда бил по ней. Хотя меня куда больше волнует вопрос, где здесь стрелок заныкался. Yes. Oh, damn it. Огонь. Ow. Этот сдохнет сам. Here. Here. Так. Oh, shit. Ага, вон он, стрелок. Вот это не очень хорошо, на самом-то деле. Я слушаю. На самом-то деле это не очень хорошо. Слушаю, командир. Хорошо. Коллиматор 35. Так, 39. Либо попробовать его просто с бедра шугнуть. Ложись. Да? Мы сейчас сделаем маленько по-другому. Yes. Мы сейчас сделаем маленько по-другому, а теперь у нас здесь пропало все, да? Я слушаю. Ну, кобру подставлять я не хочется, конечно, очень сильно. Но другого выхода-то нету. Так, ты где? Дерьмо. Ага, вот он ты где. Алди, одна. Так, 17, и сюда. Ой-ой-ой, а вот сейчас вот не хватит. Я. Ну давай попробуем, мы все равно сейчас ничем не рискуем. Задницу тебе. О, все, отлично, он подавленный. Yes.
Все, хорошо. Это животное что? Здесь подавлено. Ауди, одна. Сюда я пока не рискну. Ладно, здесь тогда подойдем чуть поближе. Что? А юнок по страховке, здесь все нормально. Да. Так, МД, сейчас тогда дуешь в помощь сюда. Но он здесь, да. Я уверен, что было вовсе не так близко, как показалось. Да нормально все. Что такое? Я слышал шум. Так. Да. Где-то отсюда бил. I am ready. Да, снайпер и пулеметчик от первого отряда у нас явно бесполезны. Где-то бил явно отсюда. Из камней. Я слушаю. Так, с тобой, дружище, мы прощаемся. Тщательно расход. Поскольку ты мне здесь явно не был нужен. Отсюда. Да. Конечно, здание само мне очень сильно мешает. Да, вон он сидит. Вон там сидит гаденыш. Так, Гэри, сможешь его зацепить? Красава. Неплохо ты его влепил. Так, этого тебе должно было хватить. Это, скорее всего, тот самый, который здесь сидел. Просто только как бы нам... Что? Сныкаться-то, чтобы... Ауди, одна! Роджер Вирко! Опа! Ауди, одна! Откуда прилетел этот заряд из дробовика? Что? Ладно, сейчас попробую Таюна его подстрелить. Чёрт! Ауди, одна! А нам теперь уже никуда и не деться, да? Ладно, будем надеяться, что все будет нормально. Ну, заряд с дробовика пролетел где-то здесь. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится одна сапфир. Хм. Она и отсюда может попытаться его зацепить. Давай все равно отсечкой. Ну чтоб тебя... Ага. Это не работает. Гранатомет тратить, ну... Не хочется на самом-то деле, ты не хочется. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Не хочется мне тратить гранатомет. Окей. Так, команда, дуй сюда. Here. Или контролируй здесь. Ли, Леопард, сейчас спускаешься отсюда. Я. Так, считай, здесь никого не вижу, пусть сидит позади. Yes. Так, фея на месте. Ага. Ну, Марс тогда и Техномаг двигаются в сторону дробовика. Да, мне что-то такой поворот событий явно не нравится. Эй, hey, почему? Дерьмо. Ох ты! Все-таки попал, сволочь, а? Последним выстрелом таки-то попал. Опа! Опа! Здесь у нас кто-то есть. Здесь кто-то есть. Значит, теперь снимаем ограничения. И на полную. Твою мать! На полную в землю, да? Спасибо большое! Ага. Гранатомет все-таки придется потратить, потому что иначе он мне сейчас создаст тут проблем. Эй, почини. Вашу мать, а. Я тут. Здравствуй, а вот и радист. Ага. Готов.
Я. Радист готов. Но то, что здесь у нас есть какая-то сволочь, это Алди, совершенно она... печально. Эй, почему? Так, там он сдох. Хорошо, пошли отсюда нафиг. Целая куча народа, я и сделать слушаю. Никто ничего нормально не может. Хорошо. Твою мать, симулятор России прямо. Я слушаю. Так, кобра. Да чтоб тебя ствол подбросило. Ложись. Yes. Фея, огонь. Не получается. Слушаю, командир. Внимание, вопрос, что за сволочь здесь стреляла? Так, этот подыхает, все с ним нормально будет. Так, Леопард, а ты можешь зацепить кого-то этого засранца? Ну чтоб тебя, ну что ж ты за упорный-то такой, а? Сраные пистолетчики. Так, ладно, или тогда пасет этот проход. Звезда обратно, ствол. I am ready. Я вдруг поняла, как это здорово жить. Отстань от моей шпионки. На всякий случай, команда надо сейчас отсюда отвезти, а то сейчас поторвется. Расслабься, все нормально. Ну чё, Гэри, попробуй тогда еще раз здесь подорвать. А там двое было. Стоп. Здесь же был звук дробовика. Я слушаю. Ну, умри уже. Замечательно. Yes. Я же слышал, что здесь был звук дробовика, и это совершенно меня не радует на самом-то деле. Ладно, надеюсь, с Тексом ничего плохого не случится. Алди, одна! Алди, одна! Нормально. Но здесь должно было хватить, поскольку... Что? Там достаточно нормально прилетело. Но их там двое явно было. Слушаю, командир! Хорошо, на следующем ходу тогда откроем эту чертову дверь. Да? Леопард, давай тоже в помощь. Ага. Так, здесь, ребята, давайте вперед. Я тут. Где он бил-то? С какого? Где-то здесь, внутри. Ага, понял. Где-то здесь. Я слушаю. Хорошо, пусть будет так. Yes. Да. Где тот засранец, который в здании здесь был? Скорее всего, в угол забился. Они это любят. Либо это был как раз-таки тот самый камуфляжник. Чисто в теории можно попробовать взять Тексом запульнуть туда гранату, но ОД у него, скорее всего, не хватит. А если взорвать вот эту фигню... Ну и не видит, давай попробуем. Хм, даже кого-то прилетело. Внезапно. Ладно. Хорошо, ты сделал свою задачу. Я тут. Ты без балды. Ага. Yes. Слушаю, командир. Ну тогда открываем дверь. Блин. Вон он лежит, пиновец. Но если мы взорвем эти долбанные... Вернее, если мы сейчас начнем по нему стрелять, взорвутся эти ракеты. Хм. Дилемма. Однако. Как быть-то? Что? Так, стоп, Аюну уберем отсюда, а то он сейчас побежит сюда. Слушаю, командир. Ну, как вариант, можно попробовать, но я боюсь ракеты зацепить. Не, нормально. Дымок. Звук падающего тела. Да? Нет. Все, нормально. Здесь, опа! Ух, черт. Я под огнем. Стоп! Да? QM?
Эми предупреждала, что этот засранец может с нами торговать, но я смотрю, эта скотина у нас никак против нас все время. Ладно, добиваем тогда его. Зашибись. Я не знаю, почему он внезапно враждебный, но, скорее всего, это по умолчанию так и задумано. Странно. Я слушаю. Вообще, она зачищала сектор втихую, все было нормально. Но даже если бы я попробовал его зачистить втихую, он все равно у меня становился враждебным. Я специально это даже проверял. Да, при помощи чит-команд, опять как обычно, но все-таки я использую читы для проверок. И просто так я их использовать не буду. И вам тоже не советую. Но чтобы он был враждебным, это не ясно хорошо. Итого, скорее всего, последние пиновцы у нас остались в здании. Точнее, в здании. Честь имею. Здесь никого, да? Все, отлично, тут никого нету. Ага. Здесь мы тоже никого не видим. Точнее, последние пиновцы и последние противники в зданиях остались. Алди, ну что, Текс, поработаешь еще приманочкой? Либо можно действительно гранатометом запульнуть. Слушаю, командир. Хотя я бы не рискнул. Так, тут все, никого больше нету, отлично. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Выходить отсюда тоже явно никто не собирается. Ага. Тогда звезда может отсюда смело спускаться. Равно, считай, можно отсюда тоже убирать. Так, ястреб, я все-таки достану пистолет, чтобы она, если что, отпугивала излишне ретивый народ, лезущий из этой дыры. А вот у щита есть шмель. Вот шмелем мы как раз-таки и разнесем вот эту. Вот эти ворота. Yes. Я слушаю. Кобра добежит, почти добегает. Отлично. Ты сдохнешь там или нет, а? Я слушаю. Угу. Так, мы почти здесь. Да. Так, все, здесь мы держим тогда на проходе, на прицеле. Алди, одна. Так, да, Техномаг, иди сюда, сейчас, если что, тебе Марс поможет. Вон он. Ага. Так, самое главное не зацепить Текса. Ложись на всякий пожарный, а? Ага. То знаю я наших косых. Все, этот подавленный, замечательно. Yes. Да ты меня с этим мы разобрались. Так, я тут я трупа себе не вижу. Либо... Ага. Либо он сдох окончательно, не оставив трупа, либо... Либо на самом деле он не помер. Вопрос. Что из этого правда, а что ложь? Хм. Трупа явно не осталось. Я слушаю. Какая прелесть. Хорошо. Итак, кто у нас, значит, остался? Осталось один умирающий. Того их четверо. Одного мы знаем, где он. Один здесь. Один, скорее всего, здесь. Вопрос, где двое? И где оставшиеся? Значит, сейчас тогда спустимся, будем разносить все эти двери и спокойно там со всеми разбираться. Я слышал шум. Снизу, ну да. Yeah. Там есть еще ребята, которые я тут. У нас остались. Брать. Круто! Так, этот тоже готов. Добро. Все, замечательно. Ага. Лады. Так, звезда, дуй сюда. Я! Щит, спускайся. Я надеюсь, шмель пробьет эти ворота. Честь имею. Так, четырехкратник, скидываемся. Слушаю, командир.
Здесь тоже вскидываемся. Сразу четырехкратник включаем. Так, ястреб, отойди-ка отсюда маленечко. Тебя, конечно, одну здесь оставлять. Yes. Идея так себе. Ну, надеюсь, это будет оправдано. Я слушаю. Отлично. Ну, отсюда засранец не вылазит. Я слушаю. Ну ладно, не хочешь вылезать сам, мы тебе там поможем. Тем более, по-моему, у Сапфир как раз-таки прибор ночного видения третьего поколения. Я слушаю. Ох. Вон они. Их тут аж двое. Я слушаю. Yes. All right. Ну ладно, раз уж вас тут двое, мы подойдем к вам с тыла. Что? Самое главное, чтобы они на Сапфир не согрелись. А они нас тоже не видят. И Сапфир они не видели, если только на слух сейчас начнут. Услышал. Target, please. Что? Алди, одна. Все, не стани, я совсем забыл про тебя. Я слушаю. Услышал, гаденыш, да? Я слушаю. Да ладно, а тут заперто. А выбежим, перехватит, сволочь. Что? Черт. Да. Вот скотина, а. Но я не предполагал, что здесь заперто. Начал стрелять по тому. Хотя... Ну, заставьте его залечь-то. Я слушаю. Я просто не хочу сюда выходить, и чтобы он меня перехватил. Поскольку если это случится, это будет совершенно печально. Да, он там сидит. Попробую тогда этого снять. Ну чтоб тебе Дед Мороз драл. Yes. Вот запертая, конечно, дверь, спасибо ей большое. Я слушаю. А кобра уже сейчас не сдвинется, сейчас ей получается, скорее всего, сейчас прилетит. Да. Понял. Что вы за любители такие мазохисты, а? Почему? Нормально. Правда, опять скинулся. Да. Они сейчас не видят МД, который может сейчас выйти. Ах ты, да. Крысеныш. Что у тебя там за шестое чувство, мразь? Круто. Совсем оборзели уже. Я слушаю. Готов. Итого, осталось двое. Один помирает, вопрос, где последний. И это еще не последний, поскольку здесь у нас есть еще пиновцы. Ну шо, командир, бери свой шмель. На шмеле вроде как есть прицел. Сделаю. Полуторакраточка. Я. Так, сейчас тогда... Я. Все, отлично. Ястреб слышит снизу. I am ready. Они где-то здесь, в кабинете Кингпина. Yeah. Ну ладно. Ну что, огонь по дверям? Ага. Нет, эффект, конечно, не спорю, эффект красивый. Но я надеялся, что здесь взорвется дверь. Обидно. Я... Yeah. Очень надеюсь, что кто-нибудь найдет оставшихся врагов, чтобы они больше не тревожили меня. Нас. Ладно. Обидно. Я знал, конечно, что шмель противопехотный гранатомет, но я не думал, что он не пробьет эту дверь. I am ready. Нет, ну у нас есть, конечно. Гранатометы для танков. Uh-huh. Тем более звезда один таскает. Гранатомет САФ-6. Вот он для чего у нас?
Шведский одноразовый противотанковый гранатомет, да. Ну, тратить гранатометы, конечно, это последняя вещь, что я хотел бы. Но выхода я больше здесь не вижу. Либо сейчас открывать эти двери в риске получить пулю. Нет, я не хочу. Я тут. Так, а собственно последнего врага тут не покажут нам? Последний враг у нас здесь. Стоп! Так, если здесь последний враг, то может быть действительно там не осталось больше противников? Ну-ка, пошли-ка. Наверное, стоит посмотреть. Ну-ка, пойдем. Может быть, я зря его действительно потратил? Так, Текс, давай иду сюда. Я слушаю. Yes. С вами пойдет Сдоба. Последний показывалось где-то здесь. Он, скорее всего, внутри этого здания сидит. Я тут. Yes. Какой вам прогулочный шаг? Сдурели, что ли? Так, Марс, давай в помощь. Алди, вода. Ага. Время мусор выносить. Ага, все-таки решились выйти, да? Ну так это ж хорошо. Чума ништя. Все-таки пиновцы решились выйти, это замечательно. Ну что, еще желающие будут? Yes. Потому что гранатомет тратить, ну, явно не хочется. Алди, одна. Yes. Алди, одна. Ага. Понял. Нет, ну, надеюсь, этот последний был. Надеюсь, этот был последний. Понял. Я тут. Так, врубаем тихий режим. Не будем сейчас привлекать себе излишнего внимания. Yes. Алди, одна. Роджер Вирко. Он, скорее всего, внутри здания там сидит, забившись здесь в углу. Либо, как вариант, залегший вот за этими деревьями. Точняк. Ага. Надо последнего ликвидировать. Я тут. После чего, скорее всего, пиновцы у нас как раз-таки остались в этом клубе. Попробуем подойти. Угу, он, скорее всего, внутри. Ага. Я тут. Скорее всего, он внутри. Ага. Хотя я бы попробовал подойти сейчас сюда, в уголочек. Потому что мало ли. Я тут. Либо, как вариант, попробовал сейчас прострелить эту... стенку. Давай сейчас так и сделаем. У нас тут мелкие неприятности. Ага, не понадобилось. Надо разобраться. С такой игрушкой так, отлично. Работа кипит. Противник уничтожен. Теперь осталось только зачистить тут... клуб. Да без балды. Все, отлично. Внешний периметр чист. Алди, вода. Теперь надо разбираться с внутренним. Да, жаль, конечно, что у меня не осталось. Ну, по крайней мере, не понадобилось тратить гранатомет, и это, в принципе, замечательно. Что? Да, жаль, что у меня не осталось подрывных зарядов. Они бы мне сейчас очень сильно пригодились. Я! Будет сделано. Слушаю, командир! Я слышал шум! Опа! Здравствуй! Зацеплен. Честь имею. Не зашло ему там ничего, ну ладно. Я. Да, что с Аюной, конечно, это промах. Что это? Вон он. Все, он без сознания. Он помирает. Они, я смотрю, сейчас сами выйдут. Это, конечно, стоит, можно маленько подождать. Не будем забывать, что это не был последний. Сколько был он, был бы он последний, он бы уже бы сдох. Черт. Вон он.
Так, если попробовать прострелить, прострелить не получится. Залечь уже тоже. Слушаю, командир. Все-таки попробуем. Ясно, так, да так у нас не получается. Нет, получается. Прострелы у нас получаются, это хорошо. Но их осталось здесь трое, скорее всего. Они все здесь и сидят. Что? Ладно, надеюсь, он сейчас в звезду не попадет. Что? Ага, он побежал. Мерд. Вот так вот цена промаха. Сейчас меня убью. Расслабься, что? Все будет хорошо. Я. Как говорил мой друг, детство не сык вокруг, болото будет наше. Да ты посмотри на него. Слушаю, командир. Пошли. Я думаю, здесь эти тебе последние. Да. Куда здесь ты намылился? Я. Куда ты, сволочь, собрался? Готов. Чуманище. Не, смотри-ка, не последние. Слушаю, командир. Да вашу задницу, сколько вас здесь еще полно-то, а? Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Реально, сколько вас здесь? Что? Ну, открывай. Вот обидно, что с гражданскими она так и не показывает, где они остались последние. Я! Так, это чудовище добить. Чума ништяк. А последний, скорее всего, сейчас в клубе Кингпина сидит. Точнее, в кабинете Кингпина. Поскольку там-то мы и слышали звуки. Вон он сидит, да. Пошел ты в задницу. И этот не последний. Да сколько же вас здесь еще есть-то, а? Серьезно, я уже не знаю... Честь имею. Как мне пытаться открывать эти двери? Тут никого. Но может и здесь сейчас побегут. Серьезно, сколько вас тут? Я! По-моему, здесь еще был кто-то в этом зале. Так, где у меня Элли? Элли у нас на верхушке. Я слушаю. Второй отряд у нас пока что, ладно, сидит на месте. Здесь мы сами разберемся. Я. Ну вот и думай, где эти засранцы и как их сейчас выкуривать. Что? Так, ладно, попробуем тогда здесь пройти. Слушаю, командир. Раз здесь никого... Я. Может быть, ты в кабинете Кингпина их там двое. Сынок. Мы просто одного увидели. Окей. Нет, все, в кабинете был всего один. Here. А все, они сейчас не высунутся. Is not good sign. Ненавижу такие зачистки. Тем более и так серия уже достаточно затянутая получается. Так. Я слушаю. У Кобры режим шпиона был сбитый, хотя у нее и так он бы не получался. Кажется, там что-то есть. Поскольку у нее слишком крутой броник. Ну как вариант, можно сейчас взять ее рюкзак и переодеться. Тем более, вот я смотрю, у этого бойца есть что-то. Сейчас снимем тогда одежду, будем сейчас старым проверенным способом. Шпион открывает у нас двери. А остальные... Ага, тут зеленая. Тогда не подойдет. Шпион открывает у нас двери. А остальные просто достреливают особо наглых. Итого... В рюкзаке феи или шпионские одежки. Хорошо, давай тогда сейчас сделаем паузу, пока Кобра не возьмет себе одежку. И продолжаем дальше. Отставить. Противник, походу, решил мне сам сделать подарок.
Да и это был не последний. Да чтоб тебя... Так что вы меня уже доконали, ребята, серьезно. Ну сколько вас еще может здесь быть? Ну судя по тому, что... Я слушаю. Быстрый у нас ход, значит это были последние. Так, а в общем-то зачем нам броник, если мы сейчас можем просто взять, открыть дверь и запульнуть туда шоковую? Да? Так, давайте тогда наши ребята-штурмовики заходим. Подходим по бокам, все, сейчас просто тупо с дробовиков достреливаем. Сколько я смотрю, эта серия уже достаточно затянутая. Да? Да стой же ты куда? Ну все, опять столпотворение, никто не может решить, кто идет первым. Слушаю, командир! Дамы или мужики? Открывай. Так, не здесь. Значит, может здесь. Нет, ну серьезно, игра явно издевается над тем, чтобы я искал последнего человека. Слушаю, командир! Я слушаю. Гражданского, который тебе враждебен. Здесь? Ну серьезно, сколько можно? Кажется, там что-то есть. Так, отлично, то, что осталось от Кингпина, но это не здесь. Так, щита, давай-ка я отсюда уберу. А то сейчас еще перехватит скотина. И здесь никого. Ага. Я слушаю. Тут туалет. Хотя, как показывает практика, туалетные монстры самые опасные. Ну, серьезно. Отлично. Я не знаю, где его еще искать, поэтому сейчас, скорее всего, поставлю еще раз на паузу, пока его не найду. Давай сейчас так и сделаем. Собственно, противник я еще нашел в этой... Ага. Комнатке. Шоковую гранату тратить я на него не хочу. Я слушаю. Ну, сейчас попробуем мы его расстрелять. Я надеюсь, запись идет, поскольку я забыл уже, открывал, вернее, включал я запись или нет. Так, ну что, я с тобой прощаюсь, пиновец. Надеюсь, ты был последний. Еще один вопрос. Опять нет. Я слушаю. О, ну ладно, сейчас тогда таким образом и будем зачищать последние шпионы. Поскольку я других вариантов не вижу. Как нам здесь это разбираться с последними засранцами? Идет. Тем более я не знаю, где они остались. Игра мне не показывает, где последние остались. А рисковать своими бойцами я как-то очень сильно не хочу. У нас проблемы. Вижу. С тобой тоже до свидания. Да, конечно, грязно я так поступаю, но... Наконец-то. Ну чё, зачистка удалась. Зачистка удалась, не спорю. Ну что, вот так вот было задействовано на ликвидации два наших отряда. Хотя можно было бы, конечно, задействовать всего лишь один, но тем не менее. Посмотрели мы, что из себя представляет гранатомет «Шмель». Потратили, конечно, заряд зря, но зато ликвидировали Кингпина. И теперь нам выпала одна интересная хреновина. Оружие поддержки СТК. Что это такое-то? Вообще какая-то странная штуковина. Совмещает в себе 40-мм зарядный гранатомет с личным оружием самообороны. Интересная хреновина. Есть еще МК. Это что такое? Гранатомет тоже. РПГ-7, можно налепить прицелы. Смотрю, здесь целая куча у нас 40-мм. Это отлично. М16, вот это, скорее всего, от Кингпина осталось. Да и не, мы, смотрю, полный сет, это как раз-таки тоже от Кингпина. А вот Фликс, это, скорее всего, от человека с именем QM. Легкий тактический фонарь, наклонная рукоять. Очень интересно, конечно. ВТС это у нас... В том самом тире, назовем это так. Ладно, сейчас тогда пылесосим сектор, смотрим, что у нас здесь есть. После чего, я думаю, прощаемся. И хотя нет, давайте попрощаемся сейчас. Сектор я пропылесошу за кадром. Ну что, такая вот у нас зачистка получилась. Надеюсь, она понравилась вам. Ну а мы сохраняемся, и я думаю, на этом стоит прощаться. С вами был Blackwing, камрады.
До встречи в Шаратоне!